вообще нереально ничего сделать. Увы, Яночка, самолет теряет высоту. У нас утечка топлива, до аэропорта вряд ли дотянем. Прости, Яночка, мы сделали все, что могли. Пойди, попытайся успокоить пассажира. Да. Лево, лево 20. Есть лево 20. Ой. Вы знаете, у нас пассажиры такие крутые оказались. Я им сказала все как есть. Правильно, так и надо было. В общем, они информацию восприняли нормально. А только одна женщина попросила валиду, у нее сегодня день рождения. Иди, Яна, работай. Закрылки! Ей закрылки максимум. Яна, доложить остановку в салоне. Короче, все круто, но чтобы пустик закончился, пришлось переходить на вискарик. Это именинница запивает валидол виски, в общем, звучат тосты. Я прошу прощения, все интересуются, а когда у нас бум? Так иди уже! Яна! Равняй, равняй! Равняю! И на тебя! Тяну. Вот тяну. Сейчас! Да. Дыши, Женя, давай! Хорошо! Молодец! Яна, что с тобой? Не хочу последние минуты встречать в рабочей одежде. Ай, не надо, Яночка. Дочка, удалось нам выровнять борт. Теперь дотянем до аэропорта, точно. Иди, обрадуй пассажиров. Молодец, Женя, молодец. Ой. Ну что, Яна, как пассажиры восприняли радостную новость? Эх, вот такой праздник испортили. Я вам скажу такое. Они, конечно же, эти люди выживут, но в глаза друг другу они уже смотреть не смогут.